видео. Спасибо большое Марисель за то, что она сняла видео, там, где она показывает свои недостатки. Честно, я была в шоке. Я не думала, что это ее настоящие волосы. Но не огорчайся, потому что у каждого есть свои недостатки. И у меня они тоже есть. В этом видео я решила поделиться с вами своими недостатками. В общем, у Марисен очень кудрявые волосы, очень круто выглядят. Мне кажется, что каждая девочка с ровными волосами мечтает о кудряшках, а каждая девочка с кудряшками мечтает о ровных волосах. В общем, я бы очень хотела себе тоже кудряшки. И поэтому я считаю, что мои ровные волосы — это мой недостаток. И второй мой недостаток, он очень большой. Это загар на спине. В Египте я носила только мой слитный купальник, и у меня остался очень красивый загар, прям очень. Я думаю, я буду ходить где-то до начала лета с ним. Да. Отлично. В общем, я надеюсь, этот загар хоть когда-нибудь уберется. Исчезнет. Вот. Следующий мой недостаток – это мои кривые зубы. Я надеюсь, что скоро мне поставят брекеты, и наконец-то через год, через два… я буду ходить с ровными зубами. А сейчас просто посмотрите, насколько у меня кривые зубы. Ну да, ребят, у меня просто один зуб. Вот все стоят три ровно, вот, и один просто вот так вот выпирает. Следующий мой недостаток – это мои пальцы на ногах. Пальцы просто, знаете, не вот так вот ровно идут. Один раз, потом два, потом тут еще один. Короче, они очень кривые. В общем, вот мои пальцы. Честно, кажется, что они ровные, но если вот так согнуть, то видно, насколько криво стоят костяшки. Конечно, я понимаю, что это никак не изменить, но... Один из последних моих недостатков – это то, что я всегда люблю справедливость. Допустим, если Игорю дали две конфетки, а мне одну, то я очень сильно расстроюсь и буду целый день обижена. А еще мне кажется, что несправедливо то, что в школу на переднем сидении я езжу где-то два раза в неделю, а Игорь три раза в неделю. Хоть ему вообще нельзя ездить на переднем сидении, но он ездит. И мне, честно, очень обидно. Я не знаю почему, но вот так вот. И последний мой недостаток, который вижу я в себе, это мои брови. Они достаточно густые и немного непонятные, странные. Они неровные. А еще мне немного не нравится то, что в начале бровей вот эти волосинки направлены вот сюда. Да, они должны быть вот так, но нет. В общем, ребят, это все мои недостатки, которые я вижу в себе. Напишите в комментариях, какие у меня есть еще недостатки. А сейчас мои приветики. Передаю привет Жасмин Сандыбай и Полина Айс. Желаю вам очень хорошо закончить этот учебный год. Валера Хертукаев, Маша Кэт и Эмилия Андрушка. Передаю вам огромнейший привет. И хочу, чтобы это лето вы провели очень круто. Передаю привет Вера Шоу Смайл, к Алиночка Алина и Тарасова Лиза. Я вас очень сильно люблю. Передаю приветик Даша, Альбина Котик, Гулькай Камалиева и Юле Чернышовой. Я вас очень сильно люблю. Спасибо большое, что пишете комментарии. Также передаю привет Зайка Юля, Диана Ди и Плейкет. Желаю вам хороших оценок. А с вами была я, Лиза Най. Всех люблю. Пока. Когда приходит конец видео, когда приходит конец видео, я начинаю беситься.